29 декабря 2022 года. Погода налаживается, сбор мандарин. Вот буквально за 10 минут. Вот такая красота. Почти мешок. Веточка одна упала, не выдержала. Смотрите, какие они красивые. Крупненькие. Вот, собираю. Солнышко, тепло. Горы я сегодня еще не видела. Пойдемте посмотрим, что в горах. Завтра поедем собирать мандарин. В горах снег выпал. Вот народная мудрость. Дождь заканчивается внизу, когда в горах ложится снег. Видите, на верхушках снег. Скорее всего, она сейчас там идет, потому что снеговые тучи. Вот так, и тут такая вот клумба у нас красивая. Кактусы цветут. Опунции, опунции. Вон есть уже плоды, которые можно съесть. Ой, а наверху вон какой интересный кактус. Красиво. Вот такие кувшины. Летом здесь вода льется. Из этих кувшинок. Орех вон вдали стоит весь в сережках. Давайте поближе. Курочки вчера прятались вот здесь, вот под этой горкой. В дождик. Вон они как ходят. Клюют. Уже 4 яичка сегодня. Вон какие сережки. Орехи. Да вы мои хорошие. Вы мои хорошие. Неситесь. Неситесь побольше. Нам к Новому году надо много яиц. Такие красивые. В штанах. Прям как моя Ксюха. В штанах. Вон та пестрая вдали меня вчера напугала. Я вечером пошла, когда они уже уселись все. Ну, солнышко село, и думаю, что я вчера только 2 яйца доставала. Ну и пошла. Она на меня так закричала. Она сидела как раз там, несла яйца. Так кричала она громко. Я вообще не слышала, чтобы так кричали. Напугала. А сегодня нормально 4 яичка уже вытащила. Всем хорошего дня!